Это ж вот ведь какая чеботуха получается. В общем-то, по сути, начало года, с моей точки зрения, праздником не назовешь. Январь, все праздники, еще день рождения жены, свояка и дяди. Февраль, ну понятно, март. К поздравлению всех девушек и женщин добавляется мой ненаглядный, во как. Вариант простой, заход в Орион, другого места нет. Мы опять вас поздравляем с 8 марта, но я... тоже только рыба гудкота, а папа, я считаю, что я кот, и рыба, и то я считаю. И мы сейчас приезжаем с магазина «Орион», и мне очень светло в глаза. Если сегодня будет легкая слабость моего сына, то понять-то легко. Он один у мамы сын, нет у мамы дочки. А мне бы честно хотелось, по сути, посмотреть, как из практически идеальной женщины и, мягко говоря, никакого мужика получается что-то другое. Хотелось бы знать и малость приподнять наш прогноз по выживаемости, но как-то не получается. А жаль. Потому что лучшее место для игрушек и для девочек, и я знаю, и это Орион. Новое что-то появилось. Тушки, то-то. И у меня, то есть, день рождения. Я что-то из вот этого две штуки этих куплю и пару лего. Только надо подумать, что же выбрать. Не, еще вот пульки, бинокли, все новые. Вот такое еще. Лего еще новое, что-то из него появилось. Но, конечно, это лего, его папа не любит, потому что это он думает, что это говенная вещь, а я думаю, что это нет. Прости, Леха, но мне пришлось это сказать. Конечно, Nexomite здесь появилась и куча майна, конечно. Я куплю из двоих штук, которые я сейчас сказал вам, на воздушной подушке. И еще белые танки для зимы, чтобы появились они, чтобы их не замечивали враги. И еще судно на воздушной подушке красное, чтобы это для пожара или для весны. Наверное. У нас теперь два тюбинга, один большой, один маленький. И зима обычно наступает в марте месяце. И вы можете кататься еще на тюбингах и на снегокатах, на всем, короче. Даже для весны вот есть. Для лета, точнее. Мне недавно купили вот антистресс, но он случайно лопнул. Я на него наступил ногой и продержался он там. И случайно лопнул. И из него упали какие-то шарики непонятные. И они вообще-то не растут в воде. Я думал, что растут. Ну, конечно, их тут просто много, целое подразделение. К слову, когда я был в Штатах и на Кубе, уж простите меня, наши американские типа звездануто направленные киношники, я видел абсолютно красивых с моей точки зрения девушек, на 5 баллов, если что, но немного в другой окраске лица. То есть идет идеал другого цвета кожи. И это не тот идеал, которым вас пичкают голливудские звезды. Просто обалдеть. К слову о том, что вся территория Ориона – это мультинациональная культура. Все очень круто. Жалко, конечно, что жителей тропиков, субтропиков и экватора к нам, в наш весьма странный и колкий мороз, ни за нефтью, ни за газом, ни за металлом, ни за деревом не зазовешь. У них там все реально круто. Но можно подумать о чем-то другом. И опять 8 марта или там было 7 марта, короче, 8 марта опять. И 8 марта мы празднуем девочками. Конечно, я их пригласил кучу на день рождения, допустим,
По-моему, штук 6 или 7. По-моему, 6, потому что нас 8. Еще мы с Ибрагимом. И очень много появилось еще здесь для девочек. И еще, когда папа ездил на Кубу, это он увидел всяких французских девочек. Он, конечно, я с ним ездил, я не захотел. Из-за этого я их не видел. Я думал, что я считал, что это плохой мир, страна точнее, и решил не поехать просто. А здесь появились эти куклы из Кубы и из всяких сказок и смычков. Здесь еще новое для девочек и для мальчиков. Гоблины, все всякие. Карцы только для маленьких. Еще парты, всякое что-то. И еще парты появились с всякими куклами, с юлами, с цифрами. И где надо считать еще. Парты с машинами и, как сказать это, с животными опять. И вот такая парта у меня тоже есть. Конечно, она дом у меня. И вот эти две. Ценники все дешевые. Вот еще куклы. Вот то, о чем мы говорили про то. Оно дешевое, и приходите, покупайте, дарите, и вам девочки будут рады. Вот так-то вот. Идеал для игрушек – это Орион. Цены просто изюм. От 20 рублей. Да незачем квасить, когда больше удовольствия видеть детскую радость. Вроде как бы с местом мы определились. Северо-запад, в сторону Соленого. Но почему мой сын говорит об отвале быстром? Да потому что здесь и в мороз просто места нет для парковок. Вот что мне купили. Вот лего и вот воду. Подушка на воздушном судне. И ты бы лег бы. Поскорее бы ушел.